Привет, Ютуб. Зажрались уже вот в таком топовом магазине возъедать желаем мы. Ценники конские. Еще нам тут запретили снимать. Я тут разгневался, говорю, покажите мне закон, по которому мне запрещено снимать. Она говорит, это условия наших начальников. Я говорю, дайте мне начальников, значит, я им сейчас скажу, зажили-были. Нет такого закона, мы снимать имеем право везде. Я даже тебе закон ставлю вот. Это еще не все. Опять, наверное, много чего взяли. Пить будем вот такую питьевую жвачку. Love is питьевая жвачка. Я не видел еще такого. Угощает Любовь Геннадьевна сегодня. Макс сегодня не оплачивает ничего. Угощает жена. Спасибо. Приятного. Спасибо. Вот это да. Все горяченькое. Вот она нам запретила снимать. Ну, блин. Рыбина. Как она называется? Могу сказать, забыла. Короче, все странное, все вот такое, вот такой бургер, который вот так называется, который непонятно, вообще вот такая штука какая-то, вот здесь вот так выглядит, много, ну, много мяса. Не бургер какой-то, короче. Ладно, давай, начинай с него, откусывай. Пахнет копченостью какой-то. Всем-то кушать полезного птица, едим дорого сегодня. Бука очень твердая. Копченая курочка, по-моему, что-то такое. Вот это дело. Ну, давай я откушу. Там курица да, или этот, копченое мясо какое-то. И буку не можешь откусить. Mm-hmm. Очень твердая. Да, копченое мясо. Или пиздочек лежит салата. Копченое мясо какое-то, не курица. Ладно, давай пробуем. Закуску. Закуска. Салат, закуска по-алтайски. Мы же в Алтае. Сейчас Любовь Геннадьевна откроет. Привет, говорит. Там убираются за нами сразу. Но это еще не все. Основное у нас там еще. У нас еще котлетки там. Вот так выглядит салат по-алтайски. Закуска по-алтайски. Сейчас будем закусывать. Приборы есть? Что ты тут сидишь? Смотрим, что попалось. Вот так все сделано красиво, как в ресторане. Не как в ресторане, потому что цены-то ресторанские, я думаю. Вот такой салат. Майонез травой пахнет. Тут что-то рыба, по-моему. Тоже сразу попробуем. Рыбный вкус какой-то. Печень, печень вкус какой-то. Мне так. Я не люблю такой салат. Но это у нас... Спаржа. Спаржа, трава. А вот эти булочки с каким-то сырной булочкой. О, она пустая. Продавцы воздуха. Там большой лежал в этой булочке вот такой. Но она сливочная такая. Прикольная. Что, рыбу сейчас будем пробовать? Нам еще и хлеба дали. Хлебная корзинка, она в каждом ресторане положена. Так что делаем выводы, что мы в ресторане. А, вот это, фукаччо. Вот эта штука. Вот так она выглядит. Фукаччо. Берем целиком и кусаем прям. Тут что-то черное есть вот. Да это зажарка. А. Пицца почти. Любовь Геннадьевна кусает. Как? Замечательно. Да? Может, я не распробовал? Это ресторан. Да, ну что, сможешь разделать рыбку или разделать тебе? Не, а что она не нарезанная? Сейчас мы расчленим на кусочки. Вот так эта рыба называется. Сейчас попробуем, какова она на вкус. Тут народ тут ходит. Торты, салаты. Ого, у нас, спасибо. Еще блюдо приехало. Не, спасибо, мы взяли опять больше, чем можем съесть. Пожарская котлетка, братцы. И, ух ты, это рыба. Чистим и едим. Пробуем эту странную рыбу, ребятки. Пахнет офигенно. Но она какая-то необычная. Но вроде рыба как рыба, но вкусная рыба. Пробуйте, Любовь Геннадьевна. Пусть там стоит. На что-то похожее, я не могу вспомнить. Не, я не могу с чем-то сравнить. У нее свой вкус. Может, из-за лимонов и прочего еще? С горчинкой какая-то. Не, сладенькая, наоборот. А мне как будто с горчинкой. Ну вот с этим хорошо. Ну что, с этим расквитались. Осталось у нас пожарская котлета.
Вот такая котлетка пожарская. Тут у нас капуста, томаты, крупная морковь кусками. Очень сочная. Капуста как капуста, морковка вареная, помидор. Помидор вкусный. Ну, котлетка, братцы, ну, обычная котлетка. Ну как, очень сочная, мягенькая такая. Я вот не помню, что из себя пожарская котлета представляет, в принципе. Пиши в комментариях, из чего пожарская котлета, почему она пожарская. Но это вот десерт, это вот Любовь Геннадьевна тоже соблазнилась. Будешь пробовать сейчас, доедим, а потом... Сейчас мы все съедим, а потом вернемся. Да. Как видишь, мы нещадно расквитались провиантом с этим. И остались у нас одни ништяки. Ну и уже как бы нормально поели. Но мне бередит душу вот эта тема. Сильно из 90-х. Love is любовь. Это. А мы знаем, что такое любовь. Любовь? Ну это, ну там. Тыры-пыры, сапыры. Сейчас попробую на вкус. Там много банок стояло, но они разные на вкус. Надеюсь, что вот синяя, как жвачка, она. Всем, кто употребляет только полезных напитков, похоже. Если жевала, это прям жвачка из 90-х. Жевала в свое время. Прям жвачка, братцы. Да. Неожиданно. Это то есть мороженое Сникерс, но нам одно только попалось реальное, которое было Сникерс, это в ведре вот в этом. Банана. Банана. И Рафаэля. Она какая-то другая. Это не Рафаэла. Это какая-то хрень. Невкусная. Да, не то. Шапито. Какие-то шоколадки вот такие. Молочные со вкусом пломбира. Что за шоколад такой, не знаю. Там много тоже разных вкусов было. Вот такая плитка. Мы открыли уже. Давай пробовать. Ну что? Вкус орехов чувствую, а мороженого не чувствую. Ты чувствуешь мороженое там? Орех. Какой-то слабый кофейный вкус. Молочно-кофейный. А эти я не знаю, как что тут, откуда укусить или что. Она еще на какой-то этой. Бери, откусывай. Ой, как трюфель. Я, по-моему, не буду есть. Божественная тема. Горький шоколад. Внутри как картошка по структуре консистенции. И тоже горькая штука это. Божественное пирожное вот это. А это во, как корзинка какая-то. Даже неохота после нее кусать. После этой штуки неохота портить вкус во рту, блин. Это обычное. Это обычное, это божественное. Бомбическая сила вообще. Будете пробовать тоже, давайте их. Либо да я потом доем. А я потом, говорит, доем. Ну вот такая обидня у нас была сегодня. Неожиданно, внезапно. Опять по делам поехали. Магазин вот таким образом называется. Такой магазин. Тут можно и поесть, и купить, и в тыр-пыр-сапыр, так же, как в Ашане и в прочих вещах. Вот эта тема прям вкус жвачки, блин, из 90-х. Неожиданно и внезапно. Хотели запретить нам снимать тут. Я тебя снимаю. Почему? Плохо не засняли, надо было снимать, продолжать там. Давно хотела тут посидеть, пироженки поесть. Посидела, поела. Переели. Еще и домой утащим часть. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и следите, здоровья всем. Пока. Не знаю, зачем мы тебе ее показываем. Просто так.
Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.